Несмотря на жаркий полдень, эти две общественницы не замечают солнцепека, словно глоток свежего воздуха – это стройка. Они давно мечтали о новенькой амбулатории. Просили об этом и главу города. Из краевого бюджета было выделено более 9 миллионов рублей. Хуторяне давно приметили это место. Сергей Сергеев охотно поддержал рассветовцев, ведь когда-то рядом с амбулаторией будет и школа, и детский сад. А пока женщины рады тому, какими темпами работают строители. Очень быстро начали, молодцы строители. Ну, что сказать, мы благодарны. Строители работают быстро, я считаю, потому что вот совершенно на той неделе было только основание, уже возводят стены. Я думаю, что они очень быстро даже возведут это здание. Притворяют в жизнь мечту хуторян строители ООО «Идеал Трейд». И, судя по всему, им и самим работать интересно, быстро и качественно. Общая площадь амбулатории составит 192 квадратных метра. Здесь в итоге будет 7 кабинетов, а окончание работ планируется в декабре этого года. Для хуторян это будет настоящий праздник и новогодний подарок. Основное строительство кабинета врача общего практика – это такая необходимость такая для двух хуторов, когда люди в возрасте будут приходить вот именно сюда, не ехать в Гайгадзор, в этих маршрутках не давиться и получить то, что можно получить на месте. Это вообще благодарность всем, кто эту идею проявил, продвинул, кто помог это делать. Ну и еще один предмет гордости и благодарности рассветовцев. На встрече с населением неделю назад глава города откликнулся на просьбу хуторян о том, что в таком священном месте, где создана Аллея Славы, асфальтовая дорога должна быть по определению. Сегодня работы по улице Мира идут полным ходом. Теперь в дожди и слякоть не придется общественницам отмывать от грязи плитку на аллее. И свадебные кортежи перестанут тут глотать пыль. Заасфальтируют и этот непредусмотренный ранее маленький кусочек.